же должна быть. Говорят, что должна быть сильная собака. Я лично не знаком. Давайте посмотрим. Судья дал команду начала движения. Собака ушла. Ушла собака. Что-то с собакой случилось. Что-то какие-то... Непонятно, что произошло. Все, пошел на задержание. Вообще, конкретно. Нет. Никого задерживать не стал. Но я думаю, что его, видимо, снимут. Это дисквалификация. Ну, давайте еще. Что дальше? Судья решил раскрыть возможности собаки. Ну это снятие, да? Это команды пошли, и пошел проводник снимать собаку. Опять второй. У меня калит. Ну, на следующей линке, я думаю, собака подготовится. Будем надеяться на это. О, как лошадка, видите, как тык-тык-тык-тык.